близко к краю не подходи, потому хорошо, что там... Хорошо, хорошо. Смотри, да. Там вот так. Ага. Потому что ты подходишь, там еще метр, а там под ним нету земли. Хорошо. То с этой травой улетишь. Вот полезли мы искать водопад. Не знаю, найдем или нет, но искать красоту мы уже нашли. Смотри, как красиво-то. Аж страшно. Ну-ка. Вот тут тоже был водопад. Смотри, видишь, камни как? Ага, но он уже ушел, то есть высох. Да вон снега совсем ничего не осталось. Катя, отсюда иди, вот водопад видно. Фу. Уже все высохло, такая жара. Красота. Сейчас Юра на дроне полетает, поснимает красоту эту. Вернись к нам. Все прочил. Полетел. Птичка полетела. В долину. Пару километров. Ну, если он потеряет, он сам пролетит назад. А ты поставил ему точку? Не, не точку, он где пульт там снимает. А его не хватит, если он нас не снимает. Птичка наша. Вернись нам. Все прошло. Не хочу тебя потерять. Ты нам еще не будешь. Смотри, как балансирует. Ужас. Такую птичку потерять не хочется. А, пчела вызвонила что-то. Где? Была. Улетела. Он сам как пчела. О, давай его назад, а? Да. Он снимает? Ветер? Да, я хочу подлететь. Его ветер, его болтает, да. Может, не надо тогда? Тут походить в первую. Сюда походи, ближе, сюда к нам идти. Ближе, ближе сюда. Заехали на маленький водопадик. Тут вот Юра мочит ножки, говорит, холодная вода. Дети купаются. Кое-кто отдыхает. Кое-кто загорает, солнца нет. Марина пошла тоже ножки смочить. Сейчас уедешь. Андрей тоже пойдет сейчас ножки мочить. Я не залезу. О, солнышко вышло. Андрей, не упади. Я буду безутешна. Что, Андрей, хорошо? Андрей. Хорошо? Я думаю, что не хорошо. Нет, вода.
холодильник. Грохнулась. А я ее не сняла, как она упала. Марин, только не повторяй, пожалуйста. Ну сейчас она залезет. О! Такие узкие, иногда попадаются кармашки, залазим, а если нет, то еле-еле разъезжаемся. И все время в гору, в гору, в гору. Смотри, заметила, Кать, здесь вот Юра заметил, я нет. Птиц нету здесь, ни уток, ни чаек, ни птичек вообще никаких нет, только бараны здесь. Не обратила внимания. Я тоже нет, да, вот заметила его, нет. Еле-еле проходят. Бараны еще. Какого они тут лазят? Ну, посигналь. Парк-плац платный. Может, где-то раньше встать? Я тоже говорю, может быть, здесь какой-нибудь хороший парк-плац возле водички остановиться. Потом завтра утром в 6 часов встать, позавтракать и сразу туда ехать. Ты сейчас там не знаешь, как там, чего там. Там еще паром должен быть. А, ну давай паром проедем. Красота какая. Ужасно, страшно. И дороги узкие, и встречки постоянные. Откуда они берутся? Эрлепнис. Полные штаны, говорит Андрей. Время близится к вечеру. Мы уже устали. Хотим отдохнуть. Ищем парк-плац, где остаться ночевать. А завтра пойдем на прайки, что ли. Не хотели сначала, а теперь решили доехать сюда.